Всем привет, друзья! Меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out. Это реакция на клип Лобода и Фараон Бум-Бум. Я просто охерел. Я не знаю, для меня это прям вот конкретное расстройство. Я вообще не ожидал. И это, конечно, вау, новость, но не... Больше она плохая, чем хорошая. Вспоминая альбом Фараона, который, ну, так себе приняли. И тут он еще в итоге фитует с Лободой. Не знаю, такое чувство, как будто он специально себя закапывает. Что-то он как-то уходит в попсовость. Ну, я не знаю, может... Может, он считает то, что... Это правильный путь. Не знаю, я даже не знаю, что тут. Давайте заценим, послушаем, что они нам представили. Посмотрим клип. Поехали. 18+. Окей. La notion d'harmonie est une des clés de l'univers féminin. Вообще всегда обходил творчество Лободы стороной, как-то не слушал, а вот сейчас приходится слушать. Блин, серьезно? Детка любит бум-бум. Короче, по музыке и вообще по тексту, это шляпа какая-то варнала. Сама идея прикольная. Мне вот тик как будто не нравится. О, господи, Собчак, ёптвою. Ну, короче, я так понял, полно тут всяких известных девушек. Канал, Собчак, Кросс, Галич, не увидел, Нагаров увидел. Чикен карри. Ну, короче, пацаны это молодцы. Почувствовал я какой-то кринж. За парт Фараона. Мне как бы и так было не по себе, когда я смотрел это видео. Но когда он начал читать... Блин, я вообще... Я в шоке от того, что я увидел и услышал. Фараон. Бля, как... Нет, ну... Я даже не знаю, что сказать. Ну, ему не стрёмно, типа. Он знает, что он делает. Но... Читая то, оно стрёмно мне. Я не понимаю просто, как так, блин. Тот самый Фараон, которого я слушал несколько лет, который был у меня в топе. В топ-5
лучших рэперов в России. И вот такое вот. Тут бы СТ подошел. Вот СТ записывать фиты вот с, хоть с Бузовой, Лободой, там, да с кем угодно вообще из поп-звезд. Но Фараон... Интересно, сколько он получит? Ну, наверное, очень много получит он с этого. Короче, меня вообще нисколько не впечатлил его парт в этом треке. Я в ахуе. Просто в ахуе, ребята. Не знаю, что думаете вы сами, пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр, всем пока. Check it out.